Всем привет! Очень часто все задаются вопросом, почему все японцы до сих пор ходят в маске. Несмотря на то, что правительство Японии разрешило ходить без масок на улице, в принципе, до этого она и не запрещала, рекомендовала. Поэтому сейчас она рекомендует японцам на улицах не носить маски. Но несмотря на такое заявление правительства Японии, жители Японии не снимают маски. И почти 100% японцев ходят в масках не только в помещениях или в поездах, но также на улицах, где мало людей. И это связано с японским менталитетом, японской культурой. У японцев не принято выделяться. И в данный момент каждый японец думает, если он снимет маску и будет ходить без маски на улице, то, конечно же, все вокруг на него будут смотреть, и он будет выделяться. Поэтому каждый японец думает так, и никто из них не решается первым снять маску и ходить без маски на улице. Вот такая вот проблема. Единственное, кто сейчас ходит без маски в Японии, это иностранцы, и то единицы, включая меня. Ну и также время от времени все-таки попадаются японцы, бунтари, которые решаются ходить без масок и не обращают внимания на взгляды со стороны других японцев. Вот такая вот интересная особенность японского мышления, и она заключается не только в масках, но и всем остальном. Они всегда смотрят на окружающих и не хотят выделяться. Поэтому если большая часть людей что-то делает, к примеру, не переходит светофор на красный свет, несмотря на то, что нет автомобилей, то и каждый японец по отдельности, смотря на окружающих, не хочет выделяться и ждет знака светофора, несмотря на отсутствие автомобилей вокруг. Вот такая вот японская культура. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете и как вы думаете, хорошо, когда все же все индивидуальны и каждый думает о себе, или как в Японии. Каждый боится выделяться. Или, возможно, есть золотая середина. Ну, а на сегодня все. Такое небольшое, короткое видео. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!